по поводу стрелочных переводов. Как-то оно, знаете, еще не совсем складывается представление. Все-таки стрелочные переводы или пересадочная станция? Вот если не секрет, если еще это не секрет, можете как-то немножко объяснить? Почему стрелочные переводы так всем пугают? Говорят, а есть или нет? А вообще на железнодороге не есть? А на железнодорогах не есть? А на поездах, когда на водитель подушки, вы не думали, что там тоже стрелки на воде? Почему так не делают? У нас тоже стрелки, безусловно, да? Причем более простые, чем поезд на водитель подушку. Представляете, балка, может на балку, и едет. Вот такой поезд. Представляете, да? Видно? Вот поезд, да? А как вы думаете, как стрелку сделать? А ведь делали? Как делали? Опять же, это простые решения. Вот это поезд. Так. Вот тут опоры. А дальше идет вот этот путь и вот такой путь. И берут домкратами, гнут эту балку, чтобы она совпалась. Это есть стрелочный перевод. Стрелочный, ничего, все работает. Поэтому есть такой тип стрелки, когда мы путь поворачиваем. Но нам не надо палку шириной 3 метра в путь, нам надо речь погнуть шириной 10 сантиметров. Это делается легко, да? Есть, когда типа револьвер, когда прокручивается барабан, меняются патроны, да? То есть можно, вот, допустим, путь идет, вот здесь станция, дальше путь пошел, вот станция. Вот здесь стоит другой путь, ну, кусок, который как вот обойма в револьвере. Там направляющий. Вот так Женебус приехал, стала эта станция. И это все соединено сюда. Это стало сюда, с Женебусом. А это осталось вот сюда, на это место. И опять путь готов. Это занимает несколько, там, порядка 10 секунд. Слово «револьвер» уже меня убедило. Да. То есть это такого типа есть, еще другого типа стрелки, есть среднескоростные, есть высокоскоростные. Они всегда есть, но я не знаю, что вы сейчас все должны ходить, рассказывать и показывать, потому что там есть ноу-хау. И, наверное, вы тоже зачастую, что бизнес я защищал, а они потом и китайцы, все остальные бы это делали. Да? Просто потом отказки делают сами, а не у нас возьмут. Да? Поэтому все эти решения есть, не переживайте.